Наконец-то, дождались лета и клубники. Делюсь рецептом красивого и вкусного дрожжевого пирога с клубникой, отличный вариант выпечки для семейного чаепития. Красивый и вкусный пирог с клубникой приготовить очень просто. Смотрите пошаговую инструкцию и готовьте с удовольствием. При выпекании пирога следите за его готовностью, чтобы тесто не слишком румянилось. Его можно прикрыть фольгой. Диаметр формы должен быть не менее 26-27 см. Если форма меньше, то пропорционально уменьшите количество ингредиентов. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога. Выложите дрожжи в просеянную муку, перемешайте. Всыпьте в емкость для взбивания 100 грамм сахара и добавьте 2 желтка. Взбейте сахар с желтками. Подписавшимся, больше вкусностей. Влейте в сахарную смесь растопленное сливочное масло. Добавьте в муку соль, размешайте. Влейте смесь жидких ингредиентов в муку. Замесите тесто руками, скатайте в шар и дайте тесту подойти в течение часа. Раскатайте тесто в пласт на пергаменте для выпечки, выложите сверху форму для выпечки, обозначьте габариты. По очерченному кругу нанесите смесь крахмала и сахарной пудры, или сахара, в соотношении 1:1. Выложите ягоды клубники на расстоянии примерно 1-1,5 см друг от друга по кругу. Сверху тоже присыпьте смесью сахарной пудры и крахмала, оставшимся белком промажьте внутренний круг, оберните ягоды наружным краем теста и закрепите. Если ягоды крупные, их можно разрезать пополам. Разрежьте тесто по кругу, чтобы ягода осталась в центре разреза. Закрепите один край разреза, переверните его на 90 градусов и разверните другой срез, чтобы клубника была наружу. Перенесите пирог прямо на пергаменте в форму для выпечки. Приготовьте заливку из сметаны, ванильного сахара, яйца и крахмала, размешайте. Залейте заливку в пирог. Разрежьте ягоды клубники. Выложите клубнику поверх заливки. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 50-60 минут. Подавайте пирог, когда он полностью остынет. Перед подачей пирог можно присыпать сахарной пудрой. Собирайтесь за вкусным и красивым пирогом для семейного чаепития. Вкуснее тем, кто подпишется. Теперь о составе нашего блюда. Клубника 350-400 грамм. Молоко 240 грамм. Сливочное масло 120 грамм. Яйца 3 грамма. 2 желтка. В тесто 1 целое яйцо. В заливку. Сахар 200 грамм. 100 грамм. В тесто 1 столовая ложка. На посыпку 3 столовые ложки. В заливку. Дрожжи моментальные 1-1 грамм. Сметана 1 стакан. Сахарная пудра 2 столовые ложки. Крахмал 2 столовые ложки, 1 столовая ложка, на посыпку, 1 столовая ложка, в заливку. Ванильный сахар, 1 штука, в пакетиках. Соль, 0,5 чайных ложки. Мюка, 500 грамм. Количество порций, 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Пусть вам сегодня повезет.